походу зубы режутся. За жопу кусаем тигра. Ой, кошмар, зубы режутся. Покажи зубы. За жопу хватай его, тигра. За жопу его кусай. Мама, кусай его за жопу. Катя, зубы болят или зубы режутся, да? Я вас приветствую на канале Бродяга-режиссер. И сегодня мы будем забирать вот такие вот все вещи, перевозить будем на дачу в деревню. Потому что собралось много скоплений, вот эти все ящики нужно будет освободить в общежитии. Потому что, наверное, я буду убирать этот шкаф, вот там он дальше идут вещи. Сказали, то есть заведующая с общежития, то что в связи с пожаром в Кемерово, который был, теперь здесь, в Белоруссии, ответственность большая на технику, ну, пожарную безопасность получается. Вот эти все ящики, ковры, это все буду возить на дачу в деревню. Вот, в общем, загрузил по самое не хочу. Это какой-то кошмар. Вот это вот все забито, я не знаю. Вот, даже и духовки все на деревню везем. Понемногу будем вывозить, потому что все сразу не вывезешь. Так, выделили отдельную комнату для вещей. Это пока временно будет. Заставили все, а потом уже переместим в другое место. Либо на чердак, ну посмотрим уже. Это вот такое вот место. Ну, здесь всякие это с общежития вывезли. Потом еще будем возить, наверное, ой-ой-ой, сколько. Не столько в Белоруссии, как говорится, прожили, я не знаю, года 3-4, а столько вещей насобиралось. Так, погода отличная. Погода просто шепчет. Шепчет на ухо, что нужно сейчас брать грабли и здесь убираться в саду. Вот так вот. Сейчас возьмем грабельки. Где-то что-то топором обрубаем. В общем, здесь вот мне соседка показала, что, говорит, если не нужна будет березка, вот эта вот, сейчас я покажу. Говорит, можете мне ее отдать. Потому что как бы возле дома, она, ее нежелательно держать возле дома, эту березу. Потому что будет рыть корень под фундамент. И поэтому мы ее, наверное, пересадим, перекопаем и посадим ее вон туда. Так, травка зеленеет. Настроение появляется все больше и больше. Сейчас будем управляться. Вот эти все доски после зимы, вот это все будем слаживать в одно место. Здесь то же самое. Нужно будет поскладывать. В общем, по-хозяйски это все отнестись. Так, ну что, сейчас пообедаем, наверное. Бутерброды Маринка положила мне. И уже приступим ко всему. А, и здесь в сарае надо будет какую-то дверь сделать замком, чтобы я как бы сомневался, то что, ну, оно нужно, его жалко даже выбросить. Вот здесь в этот сарай поместил, здесь дверь сделаю. И в этом сарае будут разные стиральные машинки, которые не нужны, разные металлические. Вот там вот окошко вот то, наверное, чем-то забью, заделаю. То есть почему здесь? Потому что здесь шифер, как-то вроде более-менее крыша есть. Ну все, поехали работать. Так, в общем, давайте пообедаем. Что тут Маринка мне положила? Ага, бутерброды. Ну и купил кока-колу, чтобы запить. Все, приятного аппетита. Прежде чем работать, нужно плотно пообедать. Как пообедаешь, так и будешь работать. Поэтому давайте перекусим. Так, посмотрим. Тут где-то должны быть грабли от прежних, предыдущих, которые эти хозяевов. Сейчас посмотрим, есть ли они здесь или нет. О, есть грабли. Так, идем. Так, для начала, прежде чем это все будем грабать, вот этот слой весь убирать сухой.
Для начала нужно это все убрать, все доски. И вот это доски тоже все нужно послаживать в определенное место. Сейчас найдем определенное место, которое будем слаживать. И вот это вот здесь я думал, спросил, что это вообще такое было. Вот узи фундамента. Для чего это нужно? А это нужно было для утепления самого фундамента. Поэтому вот это все разберем, уберем. Потому что оно реально здесь не нужно. И мы утеплим по-другому. Мы утеплим, наверное, пенопластом. Отмостку сделаем здесь. Вот так вот вокруг дома. Поэтому вот это все нужно будет убирать. Доски к доскам. Потому что доски пойдут на дрова. Это тоже доска на дрова. В общем, сейчас найдем определенное место, будем это все слаживать. Давайте работать. Что-то я уже подустал. В общем, здесь много вишняка. Вот такие вот отростки идут. Это сейчас беру такой вот пилой стародавний. Это от предыдущих хозяев, которые были, осталось. Подпилю. Но вообще-то по-хорошему это нужно это все выкапывать лопатой, корни доставать. Но я пока времянку делаю. Здесь подпилю, чтобы вот это все, весь он вишняк, это все обрубать. А потом уже можно будет граблями пройти. Вон он еще вишняк. Вот забор здесь убрал. Здесь был забор повален, он доски. Так, и куда я эти все доски на дрова пустил, я вам сейчас покажу. Вот. Вот сюда придумал. Пока тоже временно. Все пока временно, чтобы поубирать здесь этот весь хлам. Разобрать хоть немного. Здесь тоже вот было. Вот такой какой-то вишняк. Вон я его спилил, потому что он проходу сюда не давал. Понемногу. И вот как-то так. Вот мусор, сейчас будем отдельно мусор сортировать. Здесь какая-то еще корзина, но она вся дырявая была. Вон дырка. Короче, ее нужно будет попалить, это все сделать. Еще придумал на времянку вот такую вот лавочку. Здесь это все граблями вот обойду. Здесь, возможно, будем 1 мая или 9 мая варить кашу, либо жарить шашлыки вот на этом месте. В общем, весна, красота неимоверная. Вон березки, лес дальше идет. Но немного управляюсь. Вот уже видите, можно сказать, как было зимой, я показывал видеосъемку. А теперь, как это весной, это все убираю сейчас. Ну, крыша, конечно, никудышняя. Не знаю, буду потом смотреть, сначала разобрать надо с этим всем хламьем. Крыша, да, здесь вообще гвоздей там куча, вон набита. Вон они гвозди. Там гвоздей немерено. Я не знаю, как это так строили. Не жалели гвоздей раньше. В общем, как-то так, не знаю, буду смотреть. Может, эту крышу буду... Здесь вот стропила, я смотрю, они вроде крепкие. Просто это убрать и настелить вот такими этими, крышу сделать, в общем. Так, я, наверное, не показал лавочку. Хотел показать лавочку, какую времянку сделал. Так и не показал вам. Давайте пройдем. Вот это здесь тоже дрова поубираю. А вон я покажу. А сейчас лавочку покажу, то есть сейчас запутался вообще. Вот такую вот лавочку придумал. Здесь, я думаю, будет тень от вот этого дерева, от яблони. Ну, вот так вот будем сидеть. Лавочка удобная. Так сядем. И такой вот будет пейзаж открываться. Нас не видно здесь будет, вот за домом. Поэтому сейчас это все, мусор еще поубираю. Надо будет собрать это все граблями. В общем, смотрите дальше, что получится. Она вообще не пилит, вообще. Наверное, обживусь, потом себе пилку куплю.
О, есть. Все. Надо будет корни достать. Чуть-чуть облагоустроил деревья, пообрезал немного. Опять же повторюсь, что пока временно, а там уже будем смотреть, что к чему. Ну, сейчас спешу на работу, надо уже скоро будет ехать. Вот так вот. Вот он вишняк. Вот он весь. Все немного. Наверное, смородина оставил ее. Вот так вот. Ну, день подходит к концу, собственно говоря. Давайте сейчас закроем погреб. Уж здесь не было замка, просто стоял такой вот штырь. Так. Так. Я сейчас открою, посмотрю. Никто здесь не лазил. Не, я как подпирал, так оно и есть, вон дверь. Так, что я сегодня сделал? Ну, в общем-то говоря, убрал забор. Вот здесь стоял забор. Дров немерено просто, еще будут. Вот такие немного чуть пограблевал. Такие кучки надо будет попалить. Я не знаю, можно полить, нельзя полить в деревне здесь. Вот такая кучка надо тоже. Так, вот они. Все надо будет полить. А тут мы посадим огород. Это надо довыгребать, то же самое. Вон кучки то же самое лежат. А он дальше идет, пособирал в мешках мусор. Вон мусор в мешках. В общем, буду его потом, как насобирается побольше, буду вывозить это все. Так, ну вроде как уже более-менее чисто. Еще тут чистить и чистить. Но я помню, я, может, в прошлых видео я вам показывал, увидели, что здесь было. Кошмар просто один. Вот столько дров еще будет. Вот дрова. Надо будет все их порубать. В общем-то, день подходит к концу. Буду уже собираться. Потому что в ночную смену мне надо будет покушать, собраться на работу. Так, ну я тут смотрю, здесь земля вообще не разработанная. Вон идет все вообще. Один пырей, трава. Вот так вот. День вообще, день замечательный. Общем, вот сейчас покажу, где береза. Здесь вот сок капает. Вон капли. Кап. Ну это уже здесь до меня поставили ведро. Соседка, бабушка. Она говорит: Андрей, ты не будешь ругаться, я ведро поставила, чтоб сок. Короче, уже до меня уже здесь сок разрабатывают. Кошмар.